Влад меня сейчас удивил тем, как он начинает утро. Расскажи всем, поделись этим секретом. Ну ладно, хорошо. Я по утрам пью овсяный кисель. Я думала, это сущая человек правда. Человек берет в руки телефон, как обычно это бывает. Мы на автомате берем его и начинаем что-нибудь листать. А вот этого делать точно не надо. Хороший совет от Влада, возможно, расскажет потом он, насколько это изменило его жизнь. Ну, а мы с вами начнем этот день зарядки. Я предлагаю начать этот день вместе прямо сейчас, даже если вы не успели переодеться в спортивное, как видите, мы тоже. Прямо сейчас начинаем рубрику «Начни сегодня». Но вот с чего можно начать свое утро? Для того, чтобы оно было гармоничным, отличным, нужно подальше отложить телефон. Можно присесть на кровати и немножко подышать. Вот мы сейчас буквально полминутки подышим. Для этого мы сделаем технику удлиненного дыхания. Сначала обязательно у нас работает живот. Можно положить руки на живот. Он у нас двигается спокойно, вдох у нас обязательно происходит не только верхней частью, грудной клеткой, да, но обязательно мы задействуем наш живот. Вдыхаем и выдыхаем носом. На 4 мы делаем вдох, на 8 задержку дыхания. Пробуй, Влад, мы на тебе все будем опробовать. Ну вот, теперь все зрители увидят мое пузо. Наконец, я перестану его втягивать. Так. Вдох делаем носом на 4, задержку на 8 и выдох на 8. Удлиняем, то есть вдох на 4. Раз, два, три, четыре. Задерживаем дыхание на 8 счетов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И медленный выдох на 8 счетов. Мы растягиваем, удлиняем дыхание. Два, три. Так, подожди, важный момент. Живот, на выдохе живот должен... На выдохе он, конечно, уходит обратно, живот наш. А, ну да, вот, уходит все. Абсолютно расслабленно, мы о нем не думаем. Тогда все хорошо. Да. Я уже вот чувствую, так несколько раз мы делаем вдохи, выдохи, задержку дыхания. Надеюсь, все запомнили. После этого можно вставать с кровати и приступать к разминке для того, чтобы взбодриться. Так. Но сегодня я предлагаю необычную зарядку, чтобы пройтись по нашим суставам. Мы уже делали с вами обычную, поэтому включаем бодрую музыку. И начинаем. Следим. У нас есть точки определенные. Например, сейчас так. Это будет шея. И мы двигаем наши шеи. Вот как вам хочется под музыку. В этом прелесть, конечно, этой зарядки, в том, что не обязательно делать какие-то определенные движения. Все зависит от... Смотрим, учимся. У Влада отлично получается. Да, мы правда, разминаем. Тебе да, нравится? Да, ну, мне очень нравится танцевать. Затем переходим на левое плечо. Так. И танцуем левым плечом. Представляем, что мы рисуем левым плечом какую-то картинку. Какую-то линию, которая не прерывается и плавно. Переходим на правое плечо. Правое плечо. Подключаем работаем, то есть... оба? Нет, сейчас мы работаем только правым. Отключаем все и работаем правым. Идем, как будто бы за нашим правым плечом. Оно нас ведет. Правое колено. Нужно приподнимать ногу и танцуем коленом. Слушаем музыку. И под эту музыку начинаем просыпаться и пробуждать наше тело. Так, как вам хочется, как вам чувствуется. Не обязательно должны быть круговые движения. Только колено двигаем. Левый локоть. И идем за левым локтем. Он нас ведет. Можно ниже, ниже опускаться для того, чтобы проработать и спину. Правый локоть. И можно активнее, слушаем музыку. Я очень надеюсь, что Мигель смотрит нашу программу сейчас. Да, он уже знает, кого позвать. Следующий сезон нас ждет. Правая кисть. И можно правой кистью также. Уже тектоник начинается какой-то. Здесь не важно, какие у вас движения. Главное, чтобы вы чувствовали кайф от этих движений. Левое колено. То есть это такая... Вашу любимую музыку можете включить. Хаотичная очень зарядка. Да? Здесь это... нет какой-то системы. Главное действовать за точкой. Да, действовать. Да, главное, чтобы вас вела точка в теле. Вы сами выбираете. Это может быть стать правая пятка. И мы идем за пяткой. Можно делать это даже лежа. То есть, если вы ляжете и начнете танцевать ногами, это тоже будет очень
Прикольно, интересно. Это будет очень интересно для ваших близких, во-первых, когда они зайдут и увидят, левая, что вы пятка, танцуете пятками. Левая стопа за стопой полностью идем. Можно поднимать выше, ниже, как вам удобно, как вы чувствуете свое тело. Но главное пройтись по всем точкам в теле. И сейчас подключаем все точки. И всем телом. Не забываем про шею. И двигаемся, как вам чувствуется. Самое главное, заряжаемся в этот момент хорошим настроением. Я бы делал это перед зеркалом. Да, кстати. Отлично, дай 5. Очень как интересно, ты чувствуешь свое тело сейчас? Сейчас, подожди. У меня, во-первых, отпали все стимуляторы, которые... Во-вторых, классно. Классно, правда, очень бодрит. И... Главное включать любимую музыку, чтобы она была энергичной, чтобы она вас заряжала и проработать все точки в теле. Я чувствую, что самое главное, кровь циркулировать начала, да, сразу же разогнал, сердечко-то забилось сразу, отлично, прекрасно. Друзья, спасибо большое, Лера, тебе за эту рубрику. Начинайте свой день правильно, обязательно. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, все поправим и вернемся в студию.